Вот «Катины коты» кисти Алены Захаровой. Это первая картина, которую нарисовала учитель искусств из Барнаульской школы для глухих и слабослышащих детей на занятиях проекта «Палитра тишины». В акцию «Лавки добра» Алену пригласили именно благодаря ее таланту. Как будто разбудили чувства к масляным краскам, соскучилась. Очень уже 20 лет прошло со времени, когда не писала масляными красками. Вот я люблю, например, писать картины, чтобы не объемные были, а Евгения Октябрь, то есть, показала, как писать картины именно объемные. Это мне очень понравилось, и во мне разбудили чувства. Стартовал проект в октябре. 4 участницы занимались с известной барнаульской художницей Евгенией Октябрь. Всего за это время написали около 20 картин. Евгения научила участниц основам рисунка и живописи. Они молодцы, они упорные, упертые по жизни, то есть смелые. У них очень хорошо развиты руки. То есть если человек не слышит, он чем-то еще отличается. То есть руки развиты, вот, глаза хорошо так смотрят, цепко, быстро, четко. Самое интересное меня поразило – это люди. Они делают настолько все быстро. Они настолько… То есть если художник пишет картину, ну вот мы с Евгенией, да, на мастер-классах, если, допустим, 2-3 там часа, они за час управляются быстро, то есть настолько быстро. У них, видимо, моторика, они не слышат, не отвлекаются. Выставка работает в центре «Мой бизнес». Там у картин больше шансов на продажу. В коридорах ходит много предпринимателей. Проект именно для этого и задумывался. Это возможность для людей с нарушением слуха монетизировать свой талант. Произведения, которые они творят, они имеют коммерческую составляющую в том плане, что можно будет их впоследствии тиражировать и продавать. То есть картина продается один раз, ну, либо дарится. А тиражная продукция, кружки, майки, футболки вполне могут продаваться несколько раз в качестве сувениров и прочих вещей. Всего обучение по проекту «Палитра тишины» пройдет 10 человек. В августе наберут новую группу. А Алена Захарова продолжит работу в проекте. Правда, в новом качестве. Будет учить детей рисовать картины на продажу. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.